Что за бот? Смотри, какая тактика? Выбегай с лужи и хили рейд. Не стой близко к боссу, когда кастуешь прямым хилом. Потоковым хилом, как еще объяснить? Директ хилом. Давайте рост. Босс сбивает каст, если ты рядом с ним стоишь, кастуешь. Надо отойти от босса, прилет кастами. Да будешь хилить. Конский тень, боб на тщеславие, вижу. 8к. Так, поклонский, ты левого червя танчишь, тщеславие правого. Тщеславие с дебафом пройдет по рейду. Становитесь сзади звездочки, РДД хилы. Вообще дистанцию набираем. Давай, гимн мана спою. Бейте сноубольдов. Играйте в звездочку. Сейчас появятся великие. Сейчас гриванет в рейд. Это зона. Блин, опять бьет. Звезду хилим, паралич на звезде. Конского хилите. У нас 2% хп. Паладина, сакра у всех на КД. Я первый, да. Ой. Слайд танчи сбоку босса. С, давай щитуй сразу всех прямо сейчас. Максимум щитов по КД. Джея смотрит. Джея у нас стоит где? Там где? Не натурал выбрал. Залупа, блядь, еще в кота прыгнул, не нашел спринт на панели. Снимайте рану. Почти сделали. Алло, меня слышно вообще в РК? Чего молчите, блядь? Не молчим. Молчим. Ребята. Поклонский, сейчас ты дай. Эту сакру. А что, меня не слышно? Слышно, слышно. Забавно. А Войда слышно? Забавно. Он говорит сейчас. К сожалению. Бабах. И умирает. Что за хуйня, блядь? Я даже не лагаю, что за хуйня? Да он каждый раз не натуралов только выбирает. Ну так ты не отбегал еще, твой возле стены лежишь. Нашел слабину.
Да. Слышно тебя? Что за дрочь? Я даже не лагаю. Почему он меня, блядь, догоняет второй раз? Я в РК, короче, вас спрашиваю, вы меня слышите? Тишина, 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 секунд через 20. Да, слышим. Это лаги какие-то. А в Вове вообще не лагало, ну как будто нормально все. Сейчас, блядь, грестните, я кошку выпущу, сколько не заебало. Ты ее покормил, блядь? Да как, куда жрать, сколько? У меня 3 кошки, если их укормить, когда они просят, у меня денег не хватит. Еще кому-то надо? Ладно. Готовьтесь к забвению! Мозги у тебя есть, ДД? Интеллект и приставав. Ты побольше хапчика и положи дешевого сухарей в пилючку. Ну да, дешевого, правильно. Это как обычно, как этикетом ко мне. Маги, дайте им. Гурметом. Фрискис, блядь. Чем он откроет портал? Фу, блядь, 2 раза сдох. Теперь стыдно будет на всю жизнь перед этой хуйней. Не, если никто не умрет за 4 босса, то, наверное, да. Так, я не хилю, ребят, разбирайтесь сами. То есть, если вдруг никто не умрет, вообще пизда будет. Не знаю, вроде нормально все пишет. Туда-сюда начинаю бежать, короче, он как-то как будто поворачивается за мной. Давайте череп. Хилим череп. Убьем портал. Готэ, мобов, милиционели, рейдеры, бегай. Кто-то рассеивание вообще снимает? О, в смысле стаки. Ну тут что-то я один только снимаю. Маги. Нейриум, метка. Череп хилим. Снимайте стаки бафов с босса. Отбегите сейчас от тотемов. Там, где жизнь ПД стоит, отбегайте оттуда, отбейте вулкан все. Ходите от мобов, которые ауешат по вам. Череп надо захилить. Череп, отбеги от рейда. Блять. Ну правильно, это все, все эти стаки, которые никто не диспелит, кроме меня. Проходит 10 секунд. Молодцы, маги, кресты, элемы. Череп, хильте. Слава богу, кто-то умер. Ну это спасибо Скерцу, Лорану, Иран, Жирис ПД, Череп, прожми глыбу. Скерца, прожми глыбу. Портал не бейте уже. Машека, заливай весь рейд лужей. Череп хильте сейчас. Трофей. Вы победили, Диамант. И теперь вас ждет новый противник. Дайте покушать, Мань. Дай покушать, пожалуйста. Рецепт 10к стоит. Ваша смерть будет. Спасибо. Альянсу не нужна помощь. Пьяный Иисус какой-то. Ну так вообще. Богохульник какой-то.
отойдите от босса, сейчас будет запуск. Каску, квак, лапу, там 300 баб, гор, пороги. Рыба. Саву вы тут втроем захилите, короче, что Дардо ничего не решает. Давай трейд отдам. Позволь моим чемпионам... Крест друидам и инту, пожалуйста, мать. Бросаем... Кого еще есть танки, плюсик? Славу Альянса, герои, ну, кого, да? А, да, хламончик, спекайся в медведя. Так... Тщеславие, ты на Фурика держишь, Деморонайзер, Рогу, Поклонский, Ханта, Хламончик, ДК. Что тут у нас еще? У нас есть еще Энх. Джерион, на Энхе сидишь. Мы бьем Лока. Слышишь, пускай лучше Поклонский ДК держит, потому что у протопала 2 таунта, 8 секунд, а у Мишки 1. Повтори еще раз. У Медведя 1 таунт, который 8 секунд КД, у протопала 2. Не, я о другом. Кто что держит, я уже забыл просто. Ну, Поклонский ДК, а... Мишка Ханта. Хорошо, Мишка, давай, ты Ханта, Хламончик Ханта, Поклонский ДК. Бьем звездочку, с нее все ходы диспелим. Дихада тут. Машека. Там, а что произошло? Бьем. Просто надо здесь поилить массу в лице. Потом кружок будем бить. Кружочек. Вот ты. Я тут. Тут, да. Чё, ты ещё не умер? О, другое дело. Звезду. Нет. Ждет выхода нового Метроид. Игра такая есть, там третья часть скоро будет. Кто-то играл вообще? Никто. Я играл в какую-то во вторую или в первую, что-то мне она не сильно понравилась, не знаю, что ее все так хвалит. Ну, не то, что это супер игра, просто хорошая, да. Она через... Чуть сильно на сталкера похоже, чисто сталкер мне вообще не нравится, он нудный какой-то, блин. Так она похожа тем, что так тематика одинаковая, и создатели сталкера ее создавали. Не труд. Там одни и те же чуваки озвучивали. Да. Сталкеров и этих ребят. Там сейчас действия не будет проходить, это уже народное разнообразие какое-то будет.
какого года мы здесь вообще будем играть? Кто-то задумывался? До 2010. Да, там есть персонаж с ачивами 2009 года, например. Это же 19-й год. Блин, это целая эпоха уже прошла. На 10 лет немало. 10. Представьте, что было 10 лет назад. Пол вашей жизни прошло, блядь. Чем вы занимались там, например? Какие технологии вообще были? Это хуйня, что ты через 10 лет будешь говорить? Не знаю. Они эти застопорились на одном месте, поэтому, я думаю, ничего нового не выдумают. Когда мы будем на космическом автобусе в космос вылетать, да? Ну, ты не доживешь до этого момента. Как в космосе будем собирать льду? Сори, ребят, мне на Марс надо при сегодня ролики. Год, когда не было Инстаграма, Фейсбука. Никто не знал, что такое iPhone, по крайней мере, в СНГ. Никто не знал, что такое. Фу, хоть Вадя передамажил, блять. Фу. Кто еще, кроме короля лечи? Я про космос задумался. Да еще ICQ пользовались. Да, но я думаю, все вспомнят этот звук. Помещение. Это фильм «Аватар 2» вышел, нет? Кто? Ну, что-то где-то видел, что типа продолжение будет. Ну, он вроде три части сразу снял, короче, и выпускать их будет там под Новый год, типа в декабре три части. Ну, три года подряд. Но их вроде уже все три снял. Ты хочешь сказать, уже есть «Аватар 2» и «Аватар 3»? Нет, в следующем декабре выйдет «Аватар 2», еще через год «Аватар 3» и так далее. Вроде их 5 штук будет всего. Это вроде как 3 фильма, он уже снял, ему один остался, последний. Ты его так и не посмотрел. Убирайте тотемы. Я видел его один раз в жизни, даже не пересматривал ни раз. Надо посмотреть. Сколько лет прошло уже с момента выпуска фильма? Тоже 10 лет? Да, примерно. Больше даже. Какого? 2017-го он, да? Наверное, 11-го или 10-го. 10-й. Мы уже ходили в ЦЛК с вами. Так, берем темные сферы. Кто там у нас танчит? Меморанайзер. И Тщеславие. Чек. 2010 год. Играл на БК на Атлантисе. Машека тут. Да, погнали так. В 2010 году играл на Атлантисе с Блэд Майком, если кто-то помнит еще его. Такого чел. Да. Маша деньги был. Не ловите белые сферки. Меняем цвет. Светлый портал взяли. Берем ведь темную вальку. Так, машинку убрать. Они не сменили.
Машека не сменил, наверное, просто АФК. А, нет, не АФК. Да, я помню, в этом 13 или 15 будет начало в адептах. То, что все так ходили, чтобы с 50 попытками убить. Надо было напрячься. Здесь можно даже ничего не говорить, просто зарвемся. Сон мне либо пришел в адепты, когда, короче, он диспелил метку, вырос 25 гер до того, как вешались стаки, короче. Мы всегда восхищались, типа, вау, какая хуйня. Да. Он тогда еще нормально был, пацаном молчал, врага всегда. Ну, один раз я не успел диспелить и всех откинуло. Такое тоже было. Потом я прекратил это делать. Блин, а я вот не помню, когда Ульду сыграл в адептах. Не эти цвет. Когда я Ульду собирал, я там что-то говорил, Верка? Наверное, Трисик должен помнить. Левчик. Ну, Ульдет постоянно говорил. Я вообще не помню, что я в 12-м году что-то говорил. Разрывали уже. Да, раньше, короче, РЛ 5 было, наверное. На целка РС. Заходишь, такой каждый день ставишь плюс, попадаешь в рейд. Все проносится за 2 часа. Там идут в РС. Вот. В старых адептах такого не было. Это да. Только когда уже капслоком мы назывались. Ну да. Причем мы не запускаем. Это 15-й год. А его надо сейчас запускать? Я думал, там ивент запускается. Я тоже. Ивент-то и запускается. Ты все еще сомневаешься в могуществе Ардей Паладин. Мы примем любой вызов. Да, было как-то интересно играть. Ты заходишь в рейд, и тут интересы есть. Шмотку паролить, убить босса, например. Дать там ДПС, ХПС. Сейчас было бы интересно, если бы попали на ОФ, нахуй, в зеленом шмоте с пострелюками. Сейчас все оделись уже, деградируем. Просто так все там так и есть на ОФе сейчас, пока люди траят второй рейд, ну в таком не зеленом, конечно, но в синем шмоте. Ну там Тхорнг играет на каком-то новом сервере, твой новом аддоне World of Warcraft. Ты там Трися тоже играешь, да? Я на РФ играю с Гуделком. Наверное, Тхорнг там же играет. Да, от этого босса можно было перерывать каст на третьей фазе. И не было вот этой фигни с поеданием ХП. Кто помнит такие времена? Зато он ползал. Ну да, ползал. Почему? Я помню, он начался под сеткой в свое время. Эксобливен, ты здесь? Запускай босса. Мне кажется, то, что ничьи нет его, из-за того, что нету репортов, просто все забили на это. Админы об этом не знают. Что-то мне так кажется. Ты был просто такой конченый, ты что, блядь, лед ел?
Чего? Я думаю, что пока не написать им репорт, ничего чинить не будут. Ну да. Что тут еще поломанное? Лучше бы починили вот эти метеоры. Обратно вернули. Мы бы зергали боссов. Убивали бы 9 раз. Мы бы еще веселее. Че вернули в раз? Падает метеор в свету, даже когда там вообще никого нет, это не должно такого быть. Метеор падает определенного игрока. Админы это сделали, чтобы мы не фармили РС по КД там по 9 штук. Просто это из-за. А на офи как было? Не на офи. Метеор... Ты знаешь, как мы раньше убивали РС-25 Гервуди? Ну, я знаю, что вы там в свету зергали просто. Мы заходили, короче, весь рейд 25 человек во тьму, били во тьме до 0%. Когда было 0, все, кроме танка и эрдру, выходили в свет, короче, давали рост и за 10 секунд убивали. Так это не самый старый способ убийства. Но раньше еще давно, там, помню, в 13 году по краю водили, големов не было, там метеорчик падал, короче, нужно было его спастись, он сильно бил. Танка била сильно, короче. Что-то я не понял. Ну, чтоб метеор, короче, разливался, половина лужи утекала туда, за границу. Чтоб меньше лужи было, короче, здесь, на платформе. Во тьме лезвий не было, не помню, тьма вообще, по-моему, просто тикала, ауе и все. Метеор водили, короче, лужа ваншотала, тупо, если попадаешь в лужу, практически мгновенно умираешь. Ну, может, на тот момент там так казалось. И поэтому, короче, по краю, чтоб половина лужи утекала за границу, водили. Поднимай Лока. Вставай, фулл хп будет. Сколько процентов? Трэш, блять, на крики, паладина, сову убивай трэш. Меня суслятинка отвлек, я забыл, что тут надо танчить их. Да, давайте рост. А тотем на силу природы есть? Да, стоит. Есть. Станьте все под боссы, чтобы танкам было легче отводить трэш. Вот, вы не задевали его. Трэш. Что-то вы танчите рядом с рейдом. Ну ладно. Наверное, это новая тактика. Да не важно, где его танчить. Ну ты прав. Лагает меньше. Он меня уешит. Ну там могут задевать, левой там, я не знаю, чем заниматься. Почти без смертей убили. Мне рецепт на 10 тысяч. Жаль. Трофей. Чё, всё? Гейм овер на сегодня. К сожалению, да? Ну, я могу еще собрать, если вы будете в РК что-то говорить. Можно и резку, обычку, да, принести? Скучно бить этот трэш. Можно не бить трэш. Да, можно не бить трэш. Просто боссов захуярить. А можно болтары и сыграну одновременно убить. Защитник. Не, наверное, не убьешь. Убьешь. Классно. Мы этого болтара, блядь, лично или убиваем. Сильвана кому-то надо?
просто спекнуть 5 хилов. Это же силовой плащ, зачем он мог? Да, я думал, его обманул, он паролит просто так. Лишь обманул. Ну да, тщеславие, но оф. Да, вроде она из центра тоже на лазер улетает. Ладно, короче, мужики, спокойной ночи, пойду отдыхать. Давай, спокойной. Пока.